В округе продолжаются встречи с жителями в формате выездной администрации. На этот раз ее провели в Малаховке. Каждый мог адресовать вопрос главе муниципалитета, руководителям профильных подразделений администрации, депутатам, представителям управляющих компаний, коммунальных служб и правоохранительных органов. Какие проблемы беспокоят жителей, расскажем в сюжете. Анастасия Сапожкова почти год проживает с семьей в жилом комплексе «Малаховский квартал». Многие квартиры уже заселены, и большинство жителей волнуют одни и те же вопросы. Нету подъезда к нашим домам с улицы Гаражной. Там дорога безымянная, не могу точно назвать адрес. Там по координатам надо смотреть по карте. Дорогу пообещал благоустроить, еще там есть детская площадка в соответствии с тем, что там будут играть дети. Мне очень хочется, чтобы вопрос решился. Проблемы поднимали разные. Оборудование новых контейнерных площадок, содержание дворовых территорий, уборка снега и удаление сосулек с крыш. Дом номер 11 по Быковскому шоссе построен более 60 лет назад. По словам жителей, инженерные коммуникации давно обветшали, а дом нуждается в ремонте. Трубы все гнилые, все в ужасном состоянии. Подвалы без конца я вызываю уже. Ну, канализация забивается. Почему она забивается? Ну, потому что все старые, все трубы, все старые. У нас с водой проблема. Если включить колонку, у нас горячей воды нет, у нас газовые колонки. Если включают вечером, приходят люди с работы, у напора нет. Надеемся, что, может быть, поможет и вот эта встреча, может быть, хоть что-то сделают. Обсудили на встрече вопросы благоустройства летнего парка, организации дополнительных парковок у входа в парк Малаховское озеро, проведение субботника в лесополосе вдоль Михневского шоссе в апреле текущего года. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.